Доброго времени суток. Показываю страничку для проверки того, как у вас качество работы и доступности сервиса Apple. Это официальный суппорт. И как мы видим, больше половины у нас лежит. Показывать, как не работает Apple App Store, Mac App Store или iTunes я не буду. Но в этот момент у меня уже где-то полдня не ходит iMessage и плохо проигрывается музыка в iTunes. Поэтому все. Ссылку я дам в описании, сохраняйте себе ее. Периодически проверяйте, если у вас что-то глючит. К сожалению, облачные сервисы у Apple не удалялись никогда.